Сергій Стожук, тренер з публічних виступів. Регіональний координатор секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Знає всі секрети успішних виступів. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали так раненько. Доброго ранку. Отже, страх публічних виступів є у всіх. Ну, майже у всіх. Як його подолати? Ну, для того, чтобы страха не было, нужно хорошо подготовиться. Именно это и тема нашего сегодняшнего выступления. Но прежде чем мы начнем, я хотел зрителей познакомить со своим другом. Мабуть, он должен стать другом каждого, так? Это Сократ. Конечно, нам говорят о том, что мы больше всего те люди, которые сумма наших 5 знакомых. И если вам не хватает веских, классных, шикарных знакомых, умных и богатых, допустим, вы можете познакомиться с ними в книгах, либо в роликах, либо с преподавателями. Сократ — это мой. И когда его спросили, как же лучше всего подготовиться к публичным выступлениям, он сказал очень простую вещь. Вначале рассказывайте о том, что будете говорить, потом говорите это, а потом говорите о том, что рассказали. Угу. Вот и все. Вот такой вот сюжет подготовки от античного нашего философа Сократа. А все ж таки, от нам, с чего потрібно починати? Это очень хороший вопрос. Потому что многие говорят, что я боюсь выступать, или мне неудобно, но я знаю, как готовиться. Угу. И мы сегодня как раз расскажем о том, как правильно это делать, чтобы это приносило удовольствие и, самое главное, прекрасный результат. И начать, самое главное, нужно с настроения. Тобто, якщо гарний настрій, то й гарно все вийде, так? Чи ні? Не настроєння, настрой, я би сказав би так. Тому що, якщо нам щось не подобається, не вміємо ми робити. А на самом деле, к сожалению, сьогодні большинство людей не вміють класно виразити свої мислі. Хоча мислі грамотні, класні, є практично у кожного. А люди, які ізучають, ісследують, у них багато чого є, виразити не можуть. Поэтому самое главное здесь – это настроиться. Настроиться не как на экзамен, которому мы не любим, отодвигаем постоянно подготовку к нему позже и позже. Нет, мы должны настроиться как на что-то приятное. Самое лучшее, я считаю, всегда, обычно все это любят, это путешествие. В какую бы страну, в какой бы город вы хотели попасть? Так как сегодня день испанской мовы, то, мабуть, в Испанию. В Испанию. Прекрасно. Я люблю испанские песни и с моими коллегами-испанцами часто это делаю. И если вам предстоит выступление, самое лучшее представить, что это выступление – это ваше путешествие в Испанию. И вы будете готовиться с первого же дня, как в путешествие. С чего начнете? Чем закончите? Что будет интересного там? И подготовка будет очень замечательной. А главная роль еще в том, что задайте себе вопрос – что вы лично получите от этого выступления? Что даст вам это выступление? Естественно, прекрасно. Это в зависимости от того, конечно, який виступ и перед кем выступать. Если это презентовать себя как нового співробітника, то это совсем иначе. Это тоже. А что я получу от этого, если я классно себя презентую? Почему? Потому что если этого не сделать, зачастую у нас получится не очень хорошее выступление. Поэтому настроиться я в любом выступлении, что я лично получу от этого, и визуализировать как от классное выступление. И тогда пойдет все гораздо лучше. Схема, которая как подготовиться, есть у меня на экране. Если можно вывести, такая самая сложная такая, казалось бы. Если нам сейчас выведут на экран. Да, вот схема подготовки любого успешного выступления. Сложно, конечно, да. Мы остановимся на другом, более маленькой схемке, потому что так она выглядит очень сложно. Но на самом не деле... Не каждому одразу вот, зрозуміло. Она сейчас на экране, и это очень просто. Самое главное, мы должны готовиться с конца цели выступления. А цель выступления формируется определенным вопросом. Вот как вы думаете, какая цель любого выступления? Мабуть, сподобаться. Понравится. А еще? Ну, яка ще може бути ціль? Ну, в залежності, знову ж таки, для чого цей виступ? Совершенно верно. Я скажу так, что зачастую многие, даже опытные выступающие, делают определенную ошибку, фокус в подготовке, потому что они думают, что их цель – это довести информацию или показать, что наша фирма, или наш бизнес, или наш продукт самый лучший на рынке. И это ошибка, потому что в лучшем случае вы доведете информацию, что ваше лучше на рынке, либо люди что-то узнают. А мы-то на самом деле хотим не этого. И правильная формулировка любого вопроса звучит так. Что, то есть цель должна формироваться ответом на вопрос, что люди сделают после нашего выступления. Именно глаголом. Они должны
купить наш товар. Они должны проголосовать за нас. Они должны заключить контракт. Підтримати, совершенно верно. Вот именно глаголами правильно выражается. И правильная формулировка вопроса, который вы должны записать, это единственное, что вы запишите на подготовке. План и цель. Больше ничего писать не надо, если вы хотите классно выступить. Бац, и все. Поэтому это играет большую роль. Как только вы правильно сформулировали цель, дальше идет все отлично. Следующий этап, очень важный, это изучить аудиторию. Аудиторию, в первую очередь, людей, которые тебя будут слушать. Кто тебя слушает? Возраст, политические взгляды, финансовые, множество вопросов. Лишних вопросов здесь быть не может. Но есть три важных вопроса, которые главные. И если вы вдруг не знаете остальных и знаете только их, они реально сделают погоду. Почему? Потому что главный вопрос, номер один, единственный который, номер в вершине, это чего люди боятся. Если вы знаете, чего люди боятся, вы сможете продать любой продукт. Вы сможете им показать любую передачу, насколько она классная и так далее и тому подобное. Потому что ваши слова будут ответом на их страхи. Следующее – это потребности. У всех есть потребности. Денег, здоровья, благосостояния, безопасности и так далее и тому подобное. И боли. У людей бывают боли. Если человек, начнем так просто, он больной. Сейчас простуда, я вам говорю, вы знаете, есть средство замечательное, которое одна таблетка, и всю зиму вы не болеете. Это будет фурор. Это разойдется везде. Особенно если хорошо, доказательно доведу, что эта таблетка работает. И она недорогая, допустим, все. У людей это проблемы. Дети болеют, в садик не ходят. Вот таблетка. Новый день, таблетка, которая решит все вопросы. Все, это прекрасно. И третий, вот мы видим цель, мы изучаем людей. И когда вот у нас есть и цель, и люди, мы знаем их вопросы, мы подбираем инструменты. Вот такой ключ я сделал. То есть при помощи каких инструментов мы от этой аудитории добьемся вот такого результата. И вы еще не написали ни одного слова, вы не напечатали. Написала уже. Ну, здесь тезисно. Мы обычно же пишем, готовимся, печатаем, слайды готовим. 2 дня, 3 дня мы готовимся и понимаем, что мы еще не готовы. А начать нужно с этого. Цель, люди, инструменты. Какие инструменты могут быть? Это будут аргументы, факты. Это могут быть интересные истории. Очень важный аспект, который забывается. Истории обязательно должны быть. Это юмор. Это какой-то реквизит, который вы покажете в руках. Это может быть книжка, чайник. И самое главное, нужно не забывать, вы сами самый главный реквизит. Когда вы выступаете, на вас смотрят. Многие думают, важно, что я говорю. А как я говорю, как я выгляжу? Это второе. Неправда. Как вы говорите, как вы выглядите, это номер один. А уже ваша информация, это уже номер два. Люди не будут вас слушать, если вы выглядите не так, как надо. І, мабуть, дуже важливо не боятися того, кому ти розповідаєш. Якщо ви боїтесь, боїтеся одразу каша в голові, все. 100% від страху потрібні інструменти. І якщо що, ми можемо їх дати. Але тут у нас, якщо ви говорите підготовки, тут головне потім посмотреть. Так, цель. Допустим, ви хочете продати Феррарі. Угу. Инструменты у нас есть. Так, у нас сегодня скидка. Замечательная скидка. Мы вместо 700 тысяч евро, мы ее продаем за 300. Ниже себестоимости, потому что сегодня день рождения у основателя Феррари. Тогда купуем особи. Навище комусь продавать? 300 тысяч евро. Все, классно. Классный аргумент. Прекрасно. Все. А слушатели у нас то бух строителей. Строители, у которых зарплата максимум 15-20 тысяч гривен. Для них что 300 тысяч евро, что 700, это фантастика. И какие бы аргументы у нас не были, вот эта формула у нас не пляшет. Вот прежде чем мы не увидим, что она пляшет, тогда идем дальше. А дальше подготовка идет само собой. Мы думаем, с чего мы начнем, чем мы продолжим и какое завершение. Вступление и завершение не готовят большинство людей, а завершение даже опытные спикеры. Я что-то придумаю в конце сам, я что-то додумаю, и это не приходит. Заранее нужно подумать, что ты расскажешь. И, естественно, всегда нужно прогнозировать вопросы, которые вам могут задать. Особенно острые, каверзные, неудобные. И придумать на них ответы. Давайте я вам тоді задам якісь гострі питання. Давайте, я очень люблю острые вопросы. Як стати таким оратором, який
От, наприклад, в історії є політики, які коли говорили, всі люди замовкали, нічого не робили, слухали лише їх. От як стати таким оратором? Это острый вопрос. Я, например, не знаю, как таким стать. Очень просто. Нет, конечно, напрашивается вопрос о том, чтобы прийти просто на тренинг тренеру по поводу публичных выступлений. Но это само собой разумеется. В данном случае я хочу сказать, вначале нужно желание. Если у вас есть желание, у вас это цель. Вы находите инструменты. Если вы хотите классно выступать, это нужно всего две вещи. Первое, получить инструменты, то есть техники. Они несложные. Они даются реально, все техники, которые нужны для людей, я даю за два дня. А второе, это опыт. Если вы хотите выступать, выступайте. Нельзя научиться танцевать на пальцах. Поэтому я подготовлюсь, я потом сделаю что-то, и потом выступлю классно. Такого не будет никогда. Виступайте. Каждое выступление – это ваша тренировка. Каждая тренировка – это ваше выступление. Тобто потрібно завчасно готуватися, мотивація, ціль, знати аудиторію, потреби і мати інструменти. І обов'язково завершення всього, правильно? Конечно. І завершення сьогоднішнього виступления я хочу пожелать нашим зрителям успішних выступлений, продуктивних выступлений, чтобы ваш день сегодня, новый день, стал прекрасным, очаровательным, замечательным и принес вам много здоров'я, благосостояния и независимости. Дякую вам, що сьогодні завітали, розповіли дуже цікаву інформацію, корисні дали поради. Я думаю, що наші глядачі обов'язково скористуються ними.